Всем привет! Я хочу заснять видео распаковки очередной посылки. Тут должна быть микрокаст шпуля для катушек Дайва, Стис, для Риоги должна подходить, ну и для небезызвестного красного китайца. Вот. Сейчас будет только распаковка, для того, чтобы посмотреть, поскольку шпулька ехала довольно долго, застревала где-то там на таможне. Вот. И чтобы снять потом лишние вопросы, я ее распакую под видео. Так. Вот она в такой коробке. Все как положено, синенькая. Я и синенькую, именно синенькую и заказывал. Так. На первый взгляд все хорошо, красиво. Подшипник. Видно, что сухой. Слышно, как он шуршит, крутится. В красном китайце здесь в оригинальной шпуле конусная такая выборка есть. Тут нету. Позже я примерю, посмотрю. Так, индуктор. Индуктор видно, что подвижный, но ход короткий. Я думаю, что вот позже я с этим делом разберусь. И там можно будет изменить длину хода. Так. Не знаю, как оно будет на практике работать. По идее, при забросе шпуля вращается туда, стремится, да, а он должен в эту сторону. Вот так должен ходить. Не хочу, не могу сказать, что ходит он легко, по крайней мере, при попытке вращения его вручную чувствуется легкое подклинивание. Ну, посмотрим, что там будет, как оно будет. Внешние бортики все вроде целенькие. На качество нареканий нету. Все, всем спасибо.